Большая строительная площадка в новом микрорайоне Бутово-Парк-2. В адрес Госавтотехнадзора поступили жалобы от жителей близлежащих домов. Помоечный пункт не работает, вся грязь со строительной площадки развозится по улице Новое шоссе, микрорайон Бутово-Парк-2. Прошу проинспектировать данную строительную площадку и принять меры принуждения к устранению нарушений при производстве строительных работ. И действительно, возле центрального въезда на стройку видим такую картину. На дороге грязь от колес машин. По ней вынуждены ходить жители. На обочине мусор и строительные отходы. Заместитель руководителя строительного контроля Вячеслав Сагора поясняет, всему виной смена генподрядчика и вышедшие за зиму из строя пункты мойки колес. Но в ближайшее время все будет исправлено. Естественно, вот как сегодняшний день пришла вот жалоба, сейчас зачитали, у меня 150 миксеров. Пришло. То есть навести порядок вот так вот ежеминутно я не могу. Но машины работают, и с окончанием залив к утру уже вся территория дороги будет вычищена, ни капли грязи на ней не будет. Далее сотрудники Госавтотехнадзора и Госстройнадзора проследовали на закрытую территорию строительного объекта. И хотя есть за что похвалить, у проверяющих нашлись и замечания. Есть нарушение строительного генплана. То есть не организован второй выезд. И тот, который существует, он опять идет в разрез проектной документации, что не обеспечивает безопасность ведения строительных работ. Вот, кроме того, здесь, на этой строительной площадке, мы, к сожалению, отметили то, что здесь не в период весеннего оттаивания, да, у них должно быть предусмотрен водоотвод, а мероприятия не выполнены пока на сегодняшний день. Основная цель рейда – проверка чистоты, прилегающей к строительному объекту территории. По закону это 5 метров от забора. Ее данная строительная площадка не прошла. А за это, уверяют инспекторы Госавтотехнадзора, совершенно точно последует штраф. За эти нарушения, которые выявлены даже в данный момент, это будет назначен административный штраф, и очень большой. И выдано предписание в кратчайшие сроки, это завтра же будет сделано, в кратчайшие сроки навести за собой у себя порядок. На проверенном в этот день объекте пообещали в ближайшее время исправить все выявленные недостатки. Если вы стали свидетелем подобных нарушений, обращайтесь с жалобой в Госавтотехнадзор. Проверка последует незамедлительно. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.